Эта неделя в стране завершается очередной акцией чистоты в рамках ТАЗа Казахстан по всей стране. На этот раз эко-волонтеры привели в порядок русло водоемов страны. Мои коллеги присоединились к активистам. Почти 100 тонн мусора удалось собрать активистам, членам молодежного крыла «Жастар-Ухы», чиновникам и другим неравнодушным горожанам на набережной в селе Кендерли Мангыстауской области. Всего в акции чистоты приняло участие порядка 300 человек, а после эстафета было передано в Тупкараганский район. Нам удалось собрать немалую команду неравнодушных людей. Кроме того, было привлечено 4 грузовика, 2 погрузчика, 4 автобуса и водовоз. Нам удалось собрать около 100 тонн мусора, и это дело будет обязательно продолжено. Мы должны привить правильное отношение к природе у других людей, а главное – подрастающих детей. Еще один водоем, очищенный в Кызыларде, волонтеры, активисты, члены партии «Аманат» приняли участие в уборке мусора побережья Сырдарьи. Создание экологической культуры – главная цель, говорят участники акции. Наша цель – донести до каждого жителя, что начинать дисциплину нужно с себя, чтобы обеспечить чистоту своего города, чистый воздух, пить качественную воду. Осуществляем уборку мусора вдоль реки Сырдарья, где мы наблюдали много отходов. Это потому, что гости реки Сырдарья приезжают ловить рыбу. Я считаю обязанностью каждого гражданина убирать за собой после досуга. А в Туркестанской области от мусора разгрузили пляжную зону в поселке Темиржоуши города Арысь. В результате совместной работы было собрано около 2 тонн мусора. В акции приняли участие около 100 любителей природы, сотрудники городских отделений партии, депутаты маслихатов, работники учреждений, предприятий и другие. Представители партии призвали самих жителей поддерживать чистоту места для купания. Нам всем нужна чистота. Это повышает экологическую культуру, экологическое сознание, ответственность граждан, которые выходят на природу. Мы, партия «Аманат», проводим экологические акции на регулярной основе. Эта кампания будет продолжаться и в будущем. К слову, президент Касым-Жомарт Токаев назвал акцию «ТАЗа Казахстан» очень важным социальным и даже политическим проектом, призванным объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе. Светлана Снегирева, Зайда Торибек, Казы, Мольдер, Токтасын, Казы, Астана Таймс.